Всем привет, с вами Артём, вы смотрите еженедельный обзор джейлбрейк-пиков из Cydia. Если вы еще помните панель многозадачности в стиле AES-8, то обратите внимание на джейлбрейк-расширение Ampere. Твик не только переносит прежний вид AppSwitcher в AES-9, но и позволяет изменить несколько его параметров, в частности размер карточек и скрытие иконок приложений. Следующее дополнение позволяет расположить иконки на рабочем столе вашего устройства 5 вертикальных рядов. Если вы не используете мультитвик с подобными возможностями, например, с Printomize, но хотите, чтобы больше иконок помещалось на рабочем столе, то обратите внимание на это дополнение. Другой твик от этого же автора позволит разместить 5 иконок в док-панели. Установить дополнение можно на любое устройство с AES8 или AES9, на iPhone и iPod Touch. В доке появится 5-я иконка, а на iPad 7-я. И еще одно аналогичное расширение для iPhone и iPod Touch позволяет разместить 16 иконок на одной странице в папке. Все три твика работают сразу же после установки и не имеют параметров. При помощи следующего jailbreak расширения вы сможете устанавливать стороннюю клавиатуру для работы в браузере Chrome. Приложение не будет использовать свои клавиши с кнопкой вызова голосового ассистента, а подхватит установленную клавиатуру из приложений. Следующее дополнение предназначено для добавления своеобразной панели многозадачности в виде полоски с ярлыками запущенных программ. К сожалению, твик пока доступен только на моделях с Force Touch. Запустить его на других устройствах не получается. Дополнение Beta Status Bar 9 позволит приоткрывать статус бар устройства по первому свайпу от верхней границы экрана в полноэкранных приложениях. Первый свайп будет показывать статус-бар, а уже второй — открывать центр уведомлений. При помощи расширения Dope Lock вы сможете добавить отдельную страницу на заблокированном экране. На ней будет отображаться различная информация, в частности события календаря и предстоящие записи в нем. Следующий твик позволяет добавить ярлык на любимое приложение, которое будет отображаться в нижней части панели многозадачности. В параметрах твика вы сможете включить или отключить его действие, а также, собственно, выбрать приложение. После чего ярлык на эту программу будет отображаться внизу в момент запуска AppSwitcher. Следующий твик предназначен исключительно для владельцев iPhone и позволяет добавить кнопку вспышки в левый нижний угол заблокированного экрана. Теперь включить фонарик станет еще проще. Небольшое jailbreak расширение под названием Hide Spotlight Icon позволяет убрать иконку экрана поиска Spotlight из нижней части рабочего стола. Сама страница с поиском при этом никуда не девается. Следующий твик переносит настройку количества записываемых кадров в секунду в интерфейс стандартной камеры. Расширение не добавляет никаких специфических возможностей, а просто переносит настройку из параметров системы на главный экран камеры. Дополнение Music Agent добавит две кнопки для перемешивания и повтора песен в стандартный плеер AES. Они будут отображаться в контрольной панели и на заблокированном экране. Дополнение антикрашка под названием iCalcU обзавелось Pro-версией. Данный твик позволяет совершать большое количество действий в случае, если ваше устройство оказалось в руках злоумышленников. Расширение может фотографировать передней или задней камерой, делать это незаметно, отправлять свои координаты или любые другие данные на телефон или заранее установленный электронный адрес. Следующее дополнение является практически бесполезным. Единственное, что оно делает, меняет анимацию при создании скриншота в AES. Folder Jumper — это расширение для твика Activator, которое добавляет несколько полезных жестов и действий, завязанных на папках. При помощи дополнения ORB Killer владельцы устройств с Force Touch могут отключить новый способ запуска панели многозадачности путем сильного нажатия у левой границы экрана. Следующее дополнение позволяет изменить цвет текущего дня недели, который отображается на ярлыке стандартного приложения «Календарь». При помощи расширения Search Delete вы сможете добавить новый способ удаления приложений на вашем устройстве. Теперь достаточно будет найти программу или игру в поиске Spotlight, задержать палец на ней и подтвердить удаление в диалоговом окне.
Довольно любопытное jailbreak расширение под названием Point and Shot позволяет быстро делать снимки камерой при помощи меню 3D Touch. Для запуска этого дополнения на более старых устройствах без поддержки 3D Touch потребуется любое jailbreak расширение, например, Reveal Menu. После установки дополнения нажимаем на иконку камеры, выбираем опцию «Сделать снимок» и в небольшом видоискателе тапаем по изображению. На прошлой неделе обновился довольно полезный твик UI Rotation 9, теперь он поддерживает iOS 9. Твик позволяет использовать различные параметры ориентации экрана. Например, вы сможете выбрать, как будет отображаться ландшафтный режим на вашем устройстве в стиле iPad или в стиле iPhone 6s Plus. Есть возможность заблокировать ориентацию экрана для различных приложений или установить принудительную ориентацию для той или иной программы. Также при помощи Twika Activator можно применять различные настройки ориентации экрана, которые будут происходить при совершении определенных жестов или действий на вашем устройстве. Еще одно не новое дополнение, которое обновилось для поддержки с iOS 9, называется Whitelist Switcher. Twika позволяет отображать только необходимые вам приложения в стандартной панели многозадачности, либо перезапускать программы по определенным правилам. Небольшое дополнение позволит изменять стандартную иконку Wi-Fi при подключении к вашей домашней сети на изображение домика. И последнее дополнение в сегодняшнем обзоре позволит добавить звуковые эффекты для различных уведомлений в приложениях. Примечателен твик тем, что он использует звуковые эффекты из классической игры Super Mario, в которой мы раньше играли на приставках. Как всегда, не забывайте делиться вашим мнением и лайками, а также подписываться на канал. С вами был Артём, пока!